Письмо гвардии майора Данила Погуляева жене и детям. Дорогая, любимая Татьяна, маленький мой, родной мой Юрка, сегодня тебе, Юрка, исполнилось 3 года. Родился ты в грозный, тяжелый для Родины год, 1941. Папа твой в тот же год, как и многие папы, ушли защищать родную землю. Ушли защищать свободу и независимость советских людей, больших и малых. Защищать твою маму, твоих сестер, тебя и многих, очень многих людей, которых ты видишь и знаешь. Ты этого еще не понимаешь, но поймешь, когда вырастешь большим. А теперь кое-что тебе расскажет мама про немцев. Какие они людоеды, изверги и насильники. Папа твой скоро 3 года, как на войне. Ему приходится почти все время жить в землянках. По нем стреляют немцы. Но он и другие папы, и старшие твои братья радуются, что с каждым днем очищается наша страна, наша любимая родина от проклятов немцев. Но мы скоро должны вернуться в этот город, где ты родился. Еще несколько месяцев надо бить немцев, чтобы совсем очистить от них леса, поля, деревни, города. Много пап советских детей еще погибнет, но много вернется к своим детям. Это будут счастливые папы, папы-победители. И твой папа постарается вернуться к тебе, когда кончится война. Он быстро к тебе вернется. 13 марта 1944 год. Жалко мужчину этого. Ему было, наверное, страшно. Но он еще скучал по своим близким, родным. Мне кажется, когда солдат знает, что его ждут дома, ему становится спокойней и легче. В День Победы мы поздравляли ветеранов. Они с нами сидели, разговаривали, пили чай. Но им было хорошо, им было радостно, то, что их поздравляют такие маленькие, хорошие дети.